звезды уверены в том, что 11 ноября все знаки зодиака начнут замечать на себе символы судьбы, которые ведут к намеченной цели. Этому, конечно, стоит порадоваться, но не стоит сбавлять обороты. Овны, для вас наступает время наведения порядка как дома, так и у себя в голове. Можно попробовать даже такие пути, как медитация или йога. Для духовности также будет полезно выбраться на природу с семьей или в одиночку. Тельцы, постарайтесь в среду не приступать к новым проектам. Если дело стоящее, оно от вас никуда не денется. Помимо этого, сейчас неблагоприятное время для развития ваших романтических отношений, так как возможны конфликты и обманы. Близнецы, вам звезды обещают положительные тенденции практически во всех сферах деятельности. Ожидается рост возможностей для самореализации. Жизнь вам предстоит весьма бурная, поэтому возьмите под контроль состояние своего здоровья. Раки, 11 ноября усилится внимание на вас окружающих людей. Не следуйте чужим советам и не собирайте сплетни. Откажитесь от решительных импульсивных действий. Ваша пассивность и пессимизм не дадут вам решить настигнувшую проблему в одиночку. Львы, вас ожидает подходящий день для спортивных мероприятий, длительных пеших прогулок и пикника на природе. Возможно, вам предстоит интересное знакомство или даже романтическое свидание. Девы, залог вашего успеха в умении пробудить откровенность у собеседника. Звезды рекомендуют не уповать на везение в коммерческих сделках либо азартных играх. Вполне вероятно денежные потери. Весы, 11 ноября без опаски беритесь за любое сложное дело, любую непростую задачу, но тщательно и скрупулезно обдумывайте свои действия. Неконтролируемая агрессия или поспешность в работе легко могут все перечеркнуть. Скорпионы, не давайте воли своим эмоциям, держите себя в руках. Эмоциональные качели на ближайший день вам обеспечены. Это касается как личной жизни, так и работы. Но вторая половина дня обещает вам приятные подарки. Стрельцы, новый день не принесет вам никаких кардинальных перемен в профессиональной сфере. Вы как никогда должны избегать и остерегаться различных авантюр, махинаций, связанных с добычей нечестно заработанных денег. Обязательно порадуйте себя чем-то, что вы любите. Козероги, вас попытаются обмануть в мелочах. Не торопясь, пересчитывайте сдачу и пристально следите за своими карманами, вероятно, мелкие кражи. Постарайтесь употреблять в пищу только свежие натуральные продукты, иначе рискуете слечь с отравлением. Водолеи, в среду вам посчастливится добиться больших успехов, защищая интересы и права других людей. При худшем стечении обстоятельств они все время будут настырны и будут пытаться влезть в чужие дела. Рыбы, ваш духовный потенциал возрастет, однако вместо занятного времяпрепровождения вас ждет необходимость выполнения обременительных обязанностей. Всем знакам зодиака на 11 ноября следует поставить четкую цель. Делайте то, что вам нужно, и не бойтесь брать инициативу в свои руки. Звезды знают, что говорят.